С главным агрономом МАПО «Восток» Николаем Слугиным в последний раз мы виделись летом. Хозяйство как раз заканчивало уборку зерновых с рекордными для себя показателями. Аграрии смогли добиться урожайности, которая почти в два раза превысила среднереспубликанскую. В этом году есть все шансы закрепить успех прошлого сезона. 52 центнера дало яровые. Сахарный чехол тоже еще 370 центнеров гектара дало. Результаты были замечательные. Я думаю, что в этом году тоже не подойдем. Настроены оптимистично. Один из поводов для оптимизма – состояние озимых. По сравнению с прошлым годом, когда значительные площади пришлось подсеивать, а многие поля и пересеивать полностью, в этом таких проблем не было. Озимые все выжили, хотя осенняя влага была недостаточна, но зима была очень теплая. Перезимовали, я бы сказал, прекрасно, кушение хорошо прошло. Площадь полностью подкормлена у нас зимой, полностью обработана гербицидная обработка уже сделана. И сейчас уже ведется работа на яровых культурах. Сейчас в бункере посевного комплекса семена рапса. Эта культура для МАПО «Восток» новая, и в хозяйстве ее считают весьма перспективной. Есть планы и по дальнейшему расширению перечня культур в севообороте. Второй год мы занимаемся рапсом. Прошлый год рапс дал неплохой результат. Есть потребность в рапсе, цена хорошая, поэтому в этом году увеличиваем. И в этом году еще начинаем заниматься бобовыми культурами. Горох, дальше в планах соя, чтобы в севообороте был тоже насыщен бобовыми культурами. А это, помимо собственно пользующейся на рынке спросом продукции, еще и улучшение структуры почвы, повышение в ее составе содержания питательных веществ. Агротехнология, как она есть. Впрочем, это общая черта для хозяйств Мордовского агропромышленного объединения. Как общими для них остаются и многие другие важнейшие элементы хозяйственной деятельности. Благодаря тому, что наше хозяйство входит в холдинг, большой холдинг МАПО, у нас централизованные поставки семян, сахарной свеклы, удобрений, средств защиты. Все это вовремя и в срок нам поставляется. И, соответственно, то, что мы убираем, это свеклу. Мы сотрудничаем с сахарным заводом, гарантированный сбыт сахарной свеклы. Зерно тоже у нас птицефабрика Тимарская много берет. Также у нас есть животноводство, занимаемся молоком. Молоко мы поставляем на консервный завод. Стараемся, чтобы оно было молоко качественное, потому что это продукт, который многие потребляют. Общая площадь земельных угодий МАПО «Восток» в этом году увеличилась на 3000 гектаров. Теперь хозяйство работает не на 16, а на 19 тысячах гектаров пашни. Павел Степаненко, Игорь Гангаев. Наши новости из села Лобаски, Атяшевского района Мордовии.